из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. А сейчас пойдем вот сюда, столовая номер 57. Вспоминать Советский Союз, студенческие годы. Помните? Яйцо под майонезом, свекольный салатик с майонезиком, тоже с солью. О, вкусный! Тут жир, конечно, я смотрю, как где-то по-киевски лежит. Компотик, видите, вот. Все как положено. А кефирчик-то студенческий, как без него? Помните у группы «Чайф»? Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, вот вещь обалденная. Группа «Чайф» Шахрин сделал просто шедевр. И тут, видите, во благо всего мира, пей стакан кефира. А вы говорите, что это не рокерское место. «Чайф»-то пел про кефирчик и полбатона. Ну тут уже не столовская посуда. Тут уже разврат. Штофик с водочкой, рюмочки. Ну а как? Без этого тоже в Советском Союзе нельзя было. Обязательно надо было. Обязательно надо было аппетит чуть-чуть распалить. С топориком. Ну видите, а лозунги-то красивые советские были. Думаю, только сейчас начали заботиться о диете. Не. И тогда уже заботились о внешнем виде. Видите, написано: дамочка, внимание, соблюдай режим питания. Рокерский призыв. Рокер должен быть со всеми под жаром, даже если это дамочка рокерша. Ресторанчиков, кафе здесь много, в ГУМе теперь, не то что раньше. В Советском Союзе ничего не было, кроме каталог с мороженым. Ну и какие-то пирожки еще продавали. А сейчас и кафе, и рестораны, и закусочные, все есть. И здесь в ГУМе сделали оазис, гастрономический оазис социализма. Помимо гастрономии номер один, еще сделали в 2007 году столовую номер 57, где полностью и антураж сделали советский, и блюда все советские из книги о вкусной и здоровой пище. Знаменитой книги, если кто-то помнит ее. Такая толстая, красивая. Мы в детстве обожали ее раскрывать и смотреть. Всякие деликатесы, там были цветные картинки, названия каких-то продуктов мы даже не знали, что есть такие. Поясная икра, я ее только лет в 30 первый раз увидел. Поэтому здесь все по-советски. Все меню из тех блюд. Яйцо под майонезом, свекольный салат, салат витаминный и так далее и тому подобное. Сейчас хотим посмотреть и убедиться, так ли оно есть. И говорят, что здесь все очень дешево. И говорят, что если человек хочет выбрать между фастфудом и пищей, приготовленной по-настоящему, то лучше выбрать вот это. Сейчас проверим и доложим все вам. Пойдемте. Ну и почему это рокерское место, по моему мнению? А потому что рокер, любой начинающий, это голодный человек. Он не может себе позволить дорогие рестораны и есть икру черную ложками. Он может себе позволить студенческую столовую. Вот такой настоящий начинающий рокер. Вот поэтому столовая наша советская, это родина, можно считать, нашего русского рока. Оттуда выросли все наши рокеры. Из столовых, из пельменных, из всяких рюмочных, из чебуречных. Поэтому это рокерское настоящее место. Пойдем. В 2007 году открыли, как я и сказал. Но застилизовано все под Советский Союз. Идет. Вот. Все по-советски, самообслуживание, как положено. Рокеры привыкли к такому. Рулетики из баклажанов с орешками. Знаменитые грузинские. Обязательно возьму. Ну а как без знаменитой селедочки под шубой? А? И оливье. Специально берутся, чтобы попробовать. Не обманывать, вкусно готовят или нет. Ну а как без компота? Что за обед без компота, а? Компотик 50 рублей. Салат под шубой 120 рублей. Салат оливье 95 рублей. В принципе, да. Не обманули, не дорого.
Ну, я как вегетарианец беру везде себе морковочку. 60 рублей. Специально беру все подряд, попробую. Я столько не съем, но попробую, чтобы вам рассказать. Винегрет 60 рублей. Кефир 70 рублей. Чуть дороже, чем литр кефира в магазине. Котлета рыбная 135 рублей. Гречка 50 рублей. Грибной соус 50 рублей. А вы говорите, ну лучше, чем в Макдональдсе. Пампушки с чесноком по 7 рублей. 10 рублей. Мишка на севере, а как без него? Обязательно надо отлакировать обед. Ну что, вот взяли. Действительно, все советское исторические блюда. Винегрет, морковный салат с чесноком, селедка под шубой, грузинские рулетики баклажановые с сыром, оливье, компот, кефир, тыквенный суп, рыбная котлета с гречкой и грибным соусом, пампушечки с чесночком и соленый огурец. И все это богатство стоит 1097 рублей. Ну, согласитесь, что это недорого. А я хочу сказать, что это не просто столовая. На самом деле это ресторан. Обратите внимание, сзади буфет, ресторанный бар, где любая выпивка, любые пирожные, кофе, все есть. Но еще раз напоминаю, что в Советском Союзе заботились о здоровье людей. И поэтому на плакате он написано: овощи и фрукты – лучшие продукты. Вот поэтому Волощук, СД, кровь, тыквенный суп, морковка, баклажаны, винегрет, кефир. Ну, а моя супруга будет есть что-то потяжелее и закусывать конфетами. Вот рокеры, вот сюда надо идти. После удачного концерта, чтобы сэкономить деньги и хорошо поесть, надо идти сюда. Вот поэтому это рокерское место. Запоминайте. Приятного аппетита всем. Ну что, начнем дегустировать. Ну и как положено, как все советские люди хорошо знали, начинать надо с закусок. Я по чуть-чуть попробую и доложу. Хочу начать с морковки. Неплохо, но я бы чеснока добавил. Винегрет. Классический, нормально. Оливье. Наше любимое новогоднее блюдо. Нормально. Я, конечно, вкуснее делаю, но нормально. За 50 рублей нормально. Если бы колбаски больше положили, вообще было бы хорошо. Селедочка под шубой. Пробуем. Вот это сделано хорошо, прям. Даже я лучше не сделаю, хорошо? Рулетики из баклажана с сыром и орехами. Пробую. Хорошо. Реально хорошо. Не пожалели, сыр, фу, орех. Хорошо. Тыквенный крем-суп. Ну, в Советском Союзе, конечно, такого не было. Но тут делают, попробуем. С орешками, видите, с семечками. Жареными. Попробую буквально одну ложку. Я вам хочу сказать, неплохонько. Очень даже неплохонько. Еще одну ложку съем. Тыквенный суп и селедка под шубой выше всех похвал. Ну что, уважаемые любители рок-музыки и мои уважаемые подписчики, я ради вас иду на такие жертвы, я нарушаю диету, но обязательно попробую. Обязательно. Рыбная котлетка с гречечкой и с грибным соусом. И пампушечка с чесночком, а ну-ка. Хорошо, чеснока не пожалели. Конечно, с борщом это было вообще идеально. Ну ничего, вкусно. Пробуем. Рыбная котлета вкусная, прям как в студенческие годы. Вот прям рыбкой пахнет. Хорошая. Котлетка и гречка настоящая. Ну ничего, вкусно. Попробуем. Отхрустовый. Отхрустовый. Хороший. Отлично. Пробую компот. Не пожлобились ли на сахар?
На сахар точно не позлобились. Это не для меня. Я уже такое не пью. Ну, кефир за 70 рублей, это грех не выпить. На попробовать. Кефир хороший. Ну вот, студенческий рокерский обед закончен. Все было вкусно, особенно отмечаю селедку под шубой. Тыквенный суп обалденный просто. Рулетики ничего с баклажаном. Кефир великолепный. Вот им я как раз и отлакирую. И вот это вот конфетная. Фабрика имени Крупской. Мишка на севере. Это ленинградская, правда, фабрика. Ну, тоже наша, русская, советская. Скажу, как умеют тут конфеты делать или нет? Не разучились у нас конфетки делать? Хрустящая, с вафельками. Великолепная конфетка. И кипит. $1,097 на двоих. 550 рублей с человека. Но тут есть одна хитрость. Видите, там сзади конусы. Газировку продают, лимонад. Она здесь в два раза дешевле, чем внизу. Там по 100 рублей, по 50. Это хитрость, чтобы вы знали. Когда придете в ГУМ, не торопитесь пить лимонад на первом этаже. Поднимайтесь в столовую 57 и по 50 рублей выпейте лимонадик. Дюшес, Тархун и Барбарис. Здоровья всем и приятного аппетита. Столовая номер 57 плавно перетекает в фестивальное кафе. Где еда чуть-чуть подороже. Это уже не для рокеров, для начинающих, это для уже продвинутых рокеров. Их средней волны где-то так. Тут уже блюда по 300 рублей, смотрю. По 390 рублей. Вот так. Тут уже подороже. Поэтому, рокеры, тренируйтесь, чтобы потом оттуда перейти сюда. Из столовой номер 7, фестивальное кафе. Тут даже блины вот есть. Тут целый павильон блинов. А потом, чтобы вы уже доросли до настоящих хороших ресторанов. Аркадия Новикова или Александра Рапопорта. Вот таких. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.